Уходящая осень удивляла жителей Тверской области капризами погоды почти все 3 месяца. Выдался непривычно холодный сентябрь, зато в середине ноября был побит температурный рекорд. Столбики термометров поднимались до отметки в плюс 12 градусов. Однако тепло резко сменит зимняя погода. В регион идет метеорологическая зима. Что прогнозируют синоптики, пора ли готовить сани, выяснил наш корреспондент. Осень в этом году в Тверской области выдалась контрастной. На смену жаркому лету резко пришла осень в первых числах сентября. Октябрь и ноябрь, в принципе, были в пределах нормы, где-то попрохладнее, где-то потеплее. Но последний месяц осени, конечно, удивил жителей Твери резкими перепадами температуры от минусовой до плюс 12. Синоптики говорят, что в целом уходящая осень не выбивается из рамок нормы. Сентябрь был незначительно холоднее, а октябрь, наоборот, потеплее. Но все-таки без капризов не обошлось. Первенство по количеству погодных сюрпризов у ноября. В начале месяца снег, а в середине рекордное для наших широт потепление. Ближе вот к концу недели среднесуточная была выше нормы от 5 до 9 градусов. И мы в субботу побили, скажем так, рекорд, который был с 1977 года. Максимальная температура вот 12 ноября была 9,5 градусов, в 22 году 12,5. А какой эта осень запомнилась жителям Верхневолжья? Мнения расходятся. Для одних теплая, для других холодная. Никаких глобальных перемен в климате тверичане не замечают. Скорее дождливый какой-то прям. Мне кажется, сильные прям перемены погоды идут. То есть ощущается вот даже вот за несколько лет. То есть и зима холоднее стала, и лето как-то жарче. Я считаю, что здесь было не так уж много дождей. Ноябрь такой же, как и в прошлом году был. Ноябрь, вот. Но он был намного теплый. Очень хорошая даже осень. Не то, что, знаете, вот когда раньше были иногда и дождь, и снег, и прочее-прочее. А тут как-то более благостно. В конце лета очень резко начался холод. Ноябрь, снега нет, ждем снег. А ждать снега осталось недолго. В ближайшую неделю синоптики прогнозируют морозную погоду. По территории Тверской области проходит циклон. Он будет смещаться с севера на юг. Погода в разных районах области может отличаться. В ночь с понедельника на вторник преимущественно без осадков. А вот уже 15 ноября днем возможны временами осадки в виде снега и мокрого снега. Последующие дни у нас постепенно понижение температуры ожидается, по крайней мере, до выходных преимущественно без осадков. Да, если и будет осадки, снежочек, если и будет, то он совсем незначительный. Температура все холоднее и холоднее. Скажем так, основной фон где-то 5-10 градусов мороза. Днем тоже не жарко, днем тоже где-то 2-7 градусов мороза. Ноябрь – переходный месяц, поэтому и погода неустойчивая. По предварительным данным, в конце месяца могут случиться и теплые деньки. А вот какой будет предстоящая зима, тверские синоптики, в отличие от московских коллег, прогнозировать не спешат. Но если говорить о формировании постоянного снежного покрова, то традиционно у нас он устанавливается в конце ноября – начале декабря. Этот год не обещает быть исключением.